сы, ся исполняй, сокровищ благих, и жизни податель, приди вселись в них, и очистили от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Господи, помилуй, а имени Твоем, Господи Божий истинный, единородного Твоего Сына и Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на младенца Софию, сподобствую прибегнуть ко святому имени Твоему, и под кровом крепкую сохранить. Отстави от небес мою умную прелесть, исполню я же в тебя веры, надежды и жизни. Да разумеете, как ты сей един Бог истинный, ты единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос, святый Твой Дух, тебе попоются силы небесные, Твоя есть слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся, Господи, помилуй. Сей владыка, Господи, сотвори человека по образу твоему, не по подобию, и дав ему власть жизни вечной, дождь отпадшийся грехом не презревый, но устроен твой человеком креста твоего спасения мира. Сам ныне создание твое сие, избавляет работы вражия. Прими в царство твое небесное, верзия очи мысленно. Еже в зарете в ней просвещение Евангелия твоего, сопрози жизни ангела света, избавляющий от всякой навет сопротив лежащих, от сретения лукавых, от демонов пролуденных и от мечтаний лукавых. Из жени излия, всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце я, духа прелести и духа лукавства, духа идолослужения всякого лихаимства, духа лжи и всякой нечистоты, действуя по научению дьявола, сотворю в час навестного твоего стада, вот честен церкви твоя, дочь и наследницу небесного твоего царствия, да по западен твоим жительством, сохрани печать нерушимую, соблюдри за нескверную, получи блаженство святых в твоем царстве. Благодатью и щедротами человека любим, единородного Твоего Сына. С Ним же благословен есть, со пресвятым и благим оштарящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Я отрекаетесь ли от сатаны всех дел и всех святых, и всего его служения? Отвечайте, отрекаюсь. Отрекаюсь. Еще раз прошу. Отрекаетесь ли от сатаны всех дел и всех слуг его и всего его служения? Отрекаюсь. И последний раз прошу. Отрекаетесь ли от сатаны всех дел его, всех слуг его и всего его служения? Отрекаюсь. Иду ни не плюни на него, на пол перед собой символически, не на фотографа, а на сдуйтесь, будьте. Попрощайтесь обратно. Сочетаетесь ли со Христом? Сочетаюсь. Сочетаюсь. Сочетаетесь ли со Христом? Сочетаюсь. Сочетаетесь ли со Христом? Сочетаюсь. И веруете ему, как царю и Богу? Веру. Сейчас чтец прочтет символ веры. Это краткое изложение всей православной веры. Все, во что мы с вами веруем. Веру в Единого Бога Отца, Содержителя Творца неба и земли, видим же всех и невидимым, и во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного и сотворенного, единосущного Отцу, им же вся Бога, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого и разорванных при Пантисте Пилате, и страдавших, и погребенных, и воскресших в третий день по Писанию, и вошедших на небеса, и сидящих от Отца, Отца, и паки грядущих со славой, судите живым и мертвым, и горе царство не будет Отца, и в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном поклоняемым, славим главу Отца по пророке, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословен Бог, просвещая и освящая всякого человека, грядущего в мир, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вонми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. София. Помазуется младенец София, делеем радование. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, во исцеление души и тела, во услышание веры, руцы Твои сотворись теми и создасть теми, вразуми научуся заповедям Твоим, во еже ходите и по стопам Твоим заповедям. Подходите ближе. Крещается младенец София, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь, облачается младенец София. И Сына, и Святаго Духа, крещается на Марии. Солнце правды, воссия высущего тьме, свет спасения, влением единородного Твоего Сына и Бога нашего, и даровало нам недостойным блаженное очищение во святей воде, и божественное освящение в творящем помазал. И же и ныне благоволил паки родителей младенца Софии.
водою и духом и вольных и невольных грехов поставлений и даровалось. Сам вот и ко всесарю благоутробный, дар и печать дара святаго всесильного и поклоняемого Твоего Духа, и причащение святаго тела и честное Твоего Христа Твоего. Сохрани в Твоем освящении, утверди в православной вере, избави от лукавых и всех начинаний, и спасительным Твоим страхом, чистоте и в правде, душу ее соблюди. На всяком деле Слове благоугождаете, будет дочь и наследница небесного Твоего Царствия. Как Ты си Бог нас, Бог миловать, спасать и славу ссылать. От Сына и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Так, папа стоит на месте. Мама, за мной пойдемте. Елицы, Бог Христа крестися, Бог Христа мне крестися, аллилуйя. Елицы, Бог Христа крестися, Бог Христа мне крестися, аллилуйя. Во Христа мне постися, аллилуйя. Премудрость, вон мне, премудрость, вон мне. Рак имен глаз третий, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого боюся, и Спаситель мой, кого боюся. Примено послание, все так оно было братья, знайте, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились, и так покрылись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, что было празднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем. Господи, услышал Святого Евангелия, мир всем. И проповедь Твою. Будь Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помни во время лона, едино на 10 ученицы, и досом Галилею в гору, Аннушу повелеемый Иисус, и видевшего, поклонившись Ему, повежу, сумнешися, и приступил Иисус речеем, глаголя да десями всякая власть на небеси и на земли, шедше научитеся языки писящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие блюсти вся великая заповеды к вам, и все ансы с вами есть во все дни до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, помолимся, Господи, победу, избавление грехов, святым Сын Христом, младенцу Софии даровавы, и жизнь поки рождения подавай. Сам Владыка Господи, просвещение лица Твоего в сердце я, а зря Тебе на благоволе. Чуть веры я ненаветного врагов сохрани. И тлень одежды ей же одейся, не скверно и не плазину сохрани. Нерушима в ней духовную печать Твоей благодати соблюдай. Милостив ей нам бывай по множеству щедроту, и благословись и прославись имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Господи, Боже наш, купелью небесное сияние крещаем подавая. Баки родила, младенца Софию, водой и духом и вольник и невольник грехов оставлений даровал. Возложи на нее руку и державу, и сохрани ее в силе твоей благости, и некрадом ее обручение сохрани, сподобив жизнь вечную твое благоугождение. Так и ты, и все освящение наше, те славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присни во веки веков. Аминь. Оправдалась и просветилась, осветилась, обнулась и сей именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Крестилась и просветилась, и мира помазалась, осветилась, обнулась и сей имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, Ты сполни купельного, Твою благостью посвятил их Тебя верующих,
благослови настоящего младенца, и на главу ее благословения твоей семьи. И я же благословился пророком Самуилом Давида царя, благословить и главу младенца Софии рукой небрежной, приходя ей духом твоим святым, да преуспевая возрастом и сединами старости, восвет тебе славу и увидим блага Иерусалима. Вся дни жизни своя, и подобаете, всякая слава, честь, поклонение Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Небрисне, во веки веков. Стригается младенец София во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помилуй, да я немножко взялся прическа на месте. Помилуй нас, Боже, повелиться, милости Твоей молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении младенца Софии, и я восприемников, и уезжу в множестве лета, и в жития. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я как милостивый человек, помнись, и Тебе славу усылаю. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Я сейчас почитаю молитву на входе в храм Мамы. Господа нашего Иисуса Христа, все есть словесное и бессловесное слово Твоим созданы, всякие сущие Твои же быть и грехи. Твою волю спаса с Рабу Натальи. Очисти, Господи, всякого греха, всякой скверны, приходящей до святой церкви. Да не осужди нас подобие причастить святых Твоих тайн. Я к нерожденным младенца Софии, благослови, возрасти, освяти, вразуми, уцеломуй, спаси и сохрани, как и привел Сыну, и показался весы чувственным. Даю Тебе, Господу, выше света, во время которого Ты милился и сопричтется Святому Твоему статусу, со святым благим, стоящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Церковь Отца, младенец София, во имя Отца, Сына, Духа. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим, славный Шубец, сравнение Серафим, бедствение Бога Всевозможного, сущую Богородицу Тебя вначале. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос истинный Бог, наш молитвен, прости Своя Матери, преподобная, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ человека любит. Аминь. Я вас от всего сердца, всей души поздравляю с тем, что вы крестили вашу девочку. Как я уже сказал, мы просто совершали непонятные действия перед лицом Бога. Вы ее поставили, Господь определил ее дальнейшую жизнь, наделил талантами, даровал ангела-хранителя, который будет охранять, оберегать ее в этом мире, в этой жизни. Я надолго не задержу, девочка маленькая, она уже устала, да? И сделаю с ней первый шаг, чтобы доверие жизни вашего ребенка было. Это только первый шаг. Время от времени ставьте девочку за божественную литургию у нас. А сегодня была литургия, ближайшая литургия, завтра будет воскресный день. Чаще всего родители отвечают в субботу или воскресенье. Есть возможность на молнии, также можно причастить. Мы служим практически каждый день. Будете выходить, обратите внимание, есть расписание, да, на ближайшие месяцы. Да, практически каждый день богослужения. В интернете, на интернет-ресурсах есть актуальное расписание. Когда написано божественная литургия, можно причастить. Она начинается всегда в 10 часов утра. До 7 лет церковь детей не исповедует, их только причащают, поэтому приходите непосредственно к причастию. Причастие в будние дни приблизительно без 10 из 15, 11, воскресные большие праздники 11-15. Поэтому вы пришли, увидели батюшка с чашей выше, на правую ручку горизонтально личико вверх девочку положили, и первыми чашу подходите. Чашу называйте ребенка, именем София. Батюшка на малышке положили причастие, она причастилась. Отойдете, дадите запеть, чтобы глотнулись, чтобы во рту ничего не осталось. Когда запьет, почему-то придется нам глянуть, достаточно ничего причащать за нас, помогать вам и ее воспитывать. Хорошо? Все, храни вас Господь. Поздравляю вас. Молим Господь. Ну все. Давай. Не пойдешь. Все, поздравляю. Спасибо. Нет, не закончил. Вы все равно будете ходить.